Всем привет, вы на канале Темная Цей Геймс, меня зовут Дима, я чай проходил, друзья, у себя игрушку на канале классненькую, Метро 2033. Я вам всем, друзья, желаю приятного просмотра, игрушка очень классная, прикольная и интересная. Я, друзья, хочу на канале все в лицепроме пройти все три части данной игрушки. Я знаю, что я стримил игрушку уже, это я знаю, но я хочу именно пройти в лицепроме и идти именно по канону. В первой части, друзья, я хочу чего-нибудь уничтожить, во второй части я хочу их спасти, и в третьей части, друзья, я выживу, сделаю так, чтобы Артём выжил, и все у нас было хорошо, как Артёмыч и хотел. Вот, не буду во второй части, друзья, не погибать, не буду делать плохую концовку, как я изначально хотел сделать. Теперь я хочу идти чисто по канону. В общем, друзья, не будем затягивать, как говорится, погнали. Так, спартанец, режим выживания, делающий патроны фильтры редкости, а пристрелки и скрытое прохождение более сложными позволяют игрокам по-настоящему погрузиться в выживание в мини-метро, заставляя уделять особое внимание сбору ресурсов. В режиме спартанец сложность боев и скрытных, но по приближении к стандартному режиму метро улучшена надежды. А патроны, фильтры и другие ресурсы более доступны. Этот режим сделан идеален для игроков, предпочитающих активные действия. Я думаю, что я выберу, как говорится, спартанца. И я, скорее всего, выберу, наверное. Ладно, так что быть, давайте выберем Рейнджер Хардкор. Погнали. Да. Так, яркость, я думаю, нормальная. Голос бесит, подбешивает меня. В тоннеле становилось все холоднее. Мы с Мельником поднимались все ближе и ближе к поверхности. Через минуту мы должны были оказаться наверху, наедине с воющим ветром, наедине с чудовищами, наедине с самой судьбой. Я был почти у цели. Это все мы записываем нулевую миссию. Это даже у нас паровоз, как вы видите. Когда ты покидал свою родную станцию, думал ли ты, что мы окажемся в таком положении? Что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир или обрекаем его навсегда? Честно, Мельник, я понятия не имел. На самом деле, я не думал об этом. Думал, что спасаю. Держись! Опа! Поймал. Спасибо. Чтобы подняться на поверхность, нам придется пробраться через брод. Так, сейчас я быстренько зайду на строчки. Звук, громкость звука. Все-таки погромче сделаю. А, да, так и сделаю. Вот. Шинный блокпост, Артём. Тихо. Там что-то есть в соседней комнате. Открывай гермоворота, я прикрою. Окей, какая же это все-таки охуенная, друзья, серия. Как я кайфую, проходя ее. Ух, кайфа. Так, тут нифига. А, я забыл, что я поставил это, как говорится, как там это, Рейнджер Хардкор, что тут интерфейса у меня нифига не будет, а. Так. Нужно побольше ресурсов. Открывай ворота, я прикрою. Подожди, Мельник, подожди. Опа. Друзья, если вам будет интересно, прочитайте. Я, друзья, данную штучку-дрючку уже почитал, как говорится, книгу прочитал, очень было классно. Книга вообще охуенная, я, друзья, почитал почти все три части метрошки. Мне осталось буквально пару страниц, и я завершу чтение книги. Вот же так, так. Так, давай, Мельник, подожди, я все взял. Так. Все-таки, друзья, классное оружие, петух. Так, давай. Твою мать. Вечно все ломается. Придется открывать вручную. Будет сделано. Погнали. Так, это у нас. Ага, все. Пошебурши по ящикам.
вдруг найдешь что полезное. Окей, окей. Только, друзья, на самом деле Артемыч говорит, друзья. Он же говорит за ставка, так что, друзья, мы слышим Артемыча голос. Единственное, друзья, где он не говорит, так это в игре, именно, ну, когда люди с ним общаются. Так, друзья, он говорит на заставках. Когда, ну, когда каждая миссия запускается. Ну, в общем, вы сами это знаете. Что мне вам элементарные вещи объяснять, да? Так, сейчас я пошу-брушу. Готов, Артём? Пока мельник не готов. Подожди, я сейчас схожу. Так, так, так. Фильтры всегда пригодятся. Так. Ну, не будем это выключать, пускай горит. Все, погнали дальше. Опа. И давай. Есть, погнали. Ну все, давай наверх. Говорю, у тебя классная пушка мельника. А вот у меня, ну, тоже хорошее оружие. О, у меня только петуха есть. Так-так. Похоже, никого нет дома. Не забудь надеть противогаз перед выходом на поверхность. Окей, спасибо, спасибо. Мы почти на месте. Это концертный зал. Отсюда до башни. Все, до башни недалеко. Ага. Кошельки. А, хорошо, мили, хорошо. А вот и стражи. Пожаловали. А, привет, друзья. Приветушки. Друзишки. Так, надо патрончики бы, конечно, поэкономить. Почему? Да потому что дальше потом буду опускать. Вот, вот так вот. Ой-ой-ой. Так, 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 так. Где всех убили? А нет, еще не всех. Отлично. Первый бы всех. Так, 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 так. Подожди, мельник, подожди. Давай-ка наляжем. Тянем, потянем. Тянем вместе. Сейчас иду, 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 иду. Иду, мельник, иду. Писать, как они классно выглядят, да? И очень опасно. Готов? Готов. Тянем. Ёб твою медь. Все, пошли. Двинули. Вот она, наша цель. Наконец-то. Астакин... Башня. Астакинская башня. Прием. Слышу вас. Девушка, вообще говоря. Мы у высокая. Повторяю, мы у башни. Группа выдвинулась. Прием. Так точно. Они на связи. Говорят, что приближаются к башне. Принято. Следующий сеанс связи, когда поднимемся на башню. Как слышите? Пошли. Остальные уже, наверное, на месте. Идем, 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 идем. Где тебе права выдавали, а? Вонючка. Не, реально, где ему права выдавали, а? Тут не сбил меня. Слушай. Как добрались, товарищ полковник? Ага, такой быстрый колбас. Слышите? Какого черта? Круг! Быстро! Берегу, берегу. Здесь, пожалуй, придется пожестче, чем в библиотеке. Библиотека, друзья, мы пока сами ничего не знаем. Так, кто-то с казино пойдет, да? А у меня патроны кончились, твою же компот, а он застыл. Ого. Ты как тут держать, когда патрон нифига нету, а? Так, ёб, поймать, да? Блин, а меня убили, а? Скотина.
И патрон не осталось. Чё, блин, капец, а? Спокойно. Помочь не поможешь никому, а? Блин, почему ничего... А, тут пулемета нету. Всё. Опять с ножом, блин. Велика очень классное оружие. Реально классно. Да я как бы и пытаюсь, только у меня нечем его держать. Только самим собой, если держать. О! Что у нас осталось. Да, жизнь тут не сахар, но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебя как родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты, все изменилось. Мы стали другими. Нами правил страх. Пока не пришел он, Хантер, друг моего отчима. Он изменил все. И в особенности мою жизнь. Артём, проснулся наконец. К нам скоро придет Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. Нулевая глава завершена. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока.